Тут вейвит, тут я лично не вейвил. Там, как говорят, говорили, что террористы нападали на Казахстан. Там мародеры их не были, с сел приезжих. Вот, чтоб наши были, я не верю это, что слухи такие ходят. Говорят, что там без номеров, и это, с Бишкека приезжали, грабили, уезжали. Но я не верю этому. Ну, я думаю, вряд ли наши кыргызстанцы участвовали. То, что вот задержали нашего кыргызстанца, я думаю, что это неправда. Потому что я так думаю, что наши не пойдут на такое. Просто, может, ошибочно что-то получилось у них. Но, скорее всего, наши не пойдут. Собственно говоря, наверное, не верю. Потому что откуда они могли предполагать, что там такое произойдет. Поэтому я думаю, что нет. Я не верю в это. Тем более, как все границы позакрывали, смысл. Я в этом ничего такого не вижу. Нет, я не верю, что они участвовали. Наши молодцы. Они не должны поддерживать такое. Я не верю в это. Я думаю, это кому-то нужно, чтобы между нами какую-то ссору завязать между братскими народами. Я не верю в это. Взаимопонимание у нас должно быть. И тогда нам никто не страшен. Но, к сожалению, такое не бывает, да? Подстрекают нас. И вот сейчас, пожалуйста, передают всякие фейки. И кто-то верит же им. Что... Ну, а в том, что кыргызы там участвуют, я не верю. По статье ОДКБ они должны помогать. Но я считаю, что правильно. Но они там для охраны объектов поставлены. И все. Власть делят, власть имущий, народ за все расплачивается. Поэтому то, что ввели войска, чтобы урегулировать обычный образ жизни, я думаю, правильно. Ну, я так считаю, что они будут защищать, они не будут же воевать, а будут защищать там государственные там учреждения, людей. Ну, с одной стороны, да, наверное, скорее всего. Самое главное, чтобы они не воевали против народа. Пусть сами разбираются в своей ситуации. Лишь бы они не дали вот такие вот погромы, такие у них сколько-то миллионов они попали. Вот этого чтобы не было. Потому что по-любому простой народ страдает. Ну, я думаю, что да, правильно. Мы должны друг другу помогать. Все республики должны поддерживать друг друга. Ну, миротворческие, да, они же не воевать пошли. Они охраняют те объекты, которые, чтобы не занимать время у тех, кто, своя армия, Казахстан. Это мое мнение. Да, я считаю, это правильно. Прекратили вот это вот кровопролитие, понимаете? Как оно возникло, мы не знаем, что там такое. Но я считаю, что ввели вот эти вот миротворческие войска, это правильно. Я думаю, ситуация наладится, все будет хорошо, мы будем в мире и согласии.